Доброе утро, мои дорогие. Еще одно доброе утро в Санкт-Петербурге. Все чего-то жду. В общем, Марина сказала, что сейчас пришлет мне телефон этой больницы. Будем пробовать дозвониться туда. Ну, не могу я. Вот для меня ждать это... Мне даже догонять проще, чем ждать. Неизвестность это прям пугает. А я уже и не могу сидеть на одном месте. Тем более я вот что, никуда не езжу практически. Сижу, жду. Ой, девчонки, а уже планов громадье. Лезут планы в голову, лезут, не могу. Вот кто помнит, у меня есть такое кашпо из головы, ну, из этого, господи, как она называется? Манекен-голова. И вот мне пришла мысль в голову. Она, сама голова-то некрасивая такая. И я вот хочу, значит, сделать ей уши. Ну, такие оттопыренные. На них повесить серьги какие-нибудь крупные. На голове наверху, так как она, в общем, собственно, такая лысая, башка-то. Хочу сделать из тряпок, из цемента такой, как тюрбан. И сделать вот там кашпо у нее наверху. Внизу площадочку сделать для устойчивости. Я думаю, шикарная будет тетка. Это вот мне такие мысли лезут в голову. А еще я в ноябре увидела у Ларисы Табашниковой, у нее есть там видео, они ездили на океан отдыхать, и она там показала стол, осьминог. Прямо осьминог кверху этими своими лапами. И сверху лежит стекло. И все, девчонки, я... Он мне снится по ночам, этот осьминог. Хочу сделать такой стол. Ну, а чего? Ну, там он из полимера сделан, из какого-то. А я попробую из цемента сделать. Тоже прям очень хочется. Ой, господи, дай здоровье. Я уж не прошу там на что, на это хотя бы. Я вам сейчас покажу. В общем, короче говоря, уже все, руки чешутся. 2 недели я ничего руками не делаю, и все у меня уже. Терпение кончается. Так что вот такие вот дела. Ну, всех с добрым утром. Девочки, а видео дрожит у меня не от пьянки, а от повышенного сахара. Оказывается, я тоже раньше не знала. Надо как-то умудриться заработать на телефон с встроенным этим, ну, чтобы не дрожал. А в этом помочь мне можете только вы. Ну, в смысле помочь, если будете покупать то, что я делаю. Ну, очень нужен телефон такой. Меня саму бесит это. Что видео трясется. Проводила Сашу на работу. Вот задача у меня. Отвезти в СДЭК и отправить Марине тапки финские, которые еще в конце лета Саша купила. И мы поехали на Новый год и их забыли. Конечно, они лежали на балконе, не перед глазами. Ничего, вот сейчас выложил их.
поближе к выходу, чтобы не забыть. Ой, девчонки, они такие удобные. Ну, единственное, у них со временем, вот я в них проходила половина лета, со временем моешь их, рисуночек этот начинает пропадать. А так они такие удобные, с ног не сваливаются. Просто я вот случайно увидела в магазине тут в Питере. Вот, очень хорошие тапочки. Вот, так что надо отправить. А на улице идет снег. Красота. Сейчас звонил в Черноморск. Витя болеет. Что творится? Все вокруг болеют. Как страшно жить. Сидим. Ждем. Чего ждем? Мы утку только будем сейчас размораживать. Так что долго тебе сидеть придется, красотка ты моя. Вот у нее такое лицо, ничего никогда не выражает. Тайга, лапонька, эй, красотка. Татьяне Валерьевне она так понравилась, она прям все говорит, какая же кошка красивая. Юра говорит, вот купит квартиру, заведет себе такую. Я говорю, ну если что, Саня скажет где-то, где купила такую красоту. Какое солнышко. -16. А у меня автобус ушел, пока я на переходе стою. Ну почему так? Ну вот, сейчас сдам. Тапочки отправлю. И все на сегодня у меня, собственно. Дел нету. Ну что, Мариночка моя дорогая, поехали. 4 пары тапочков к тебе. На Толсинскую улицу, как договорились. Добрый вечер, мои дорогие. Ой. Ну, во-первых, огромное вам спасибо за ваши комментарии, за ваши слова добрые, девчонки. Ну, вы меня знаете, я сентиментальная, я разревелась вся. Пошла курить на балкон. Вот хочу сегодня вам отчитаться за мой день. Вчера вы меня повеселили. Прям подняли, можно сказать, меня. Вот. А сегодня-то, ну что, я опять встала, грустно. Думаю, ну что ж такое, как же так-то? Может, позвонить туда, ну хоть узнать бы чего. Ну вот, вот это вот неведение хуже всего. Ну кому звонить? Марине своей, Августе Рококо. Она мне прислала телефон, и вот полдня я звоню, либо не берут трубку, либо скидывают. Потом Марина мне звонит, говорит, я не могу дозвониться, видимо, бесполезно. Я говорю, Марина, я тоже звоню, а толку никакого. Ну и вот день прошел, вы не представляете. Я не знаю, чем заняться, вот это мыло, думаю, все, надоело. Надо чем-то заняться, чтобы голова была занята. И вспомнила, что давно хотела. У меня все мои видео просто вот... Что-то я какая-то безалаберная. Я блогер. У меня плейлисты. Вот когда заходишь ко мне на канал, да, на главную страницу, там должны быть плейлисты расписанные, да, из цемента для дома и сада все видео должны, там, путешествия тоже все видео. Потому что люди иногда заходят, а 1000 видео с лишним, попробуй там что найди, правда?
И вот я села, и вот, прерываясь только на эти звонки, и весь день, милые мои, практически я просидела, разбираясь вот со всеми этими плейлистами. Но зато теперь, если зайдете ко мне на главную страницу, у меня там все расписано. Всякие коврики, тряпочки отдельно в плейлисте, цемент отдельно. В общем, разобралась. Вот. Вот так вот день и прошел. Вот сейчас уже вечер. Опомнились. Суп, который я варила, съели. Поставила утку, которую мы привезли из Томилина, от Даниных родственников. Вот пошла у нас утка в духовку. Вот сейчас пойду чистить картошку. В общем, короче говоря, мои золотые, вот так вот день и прошел. Вот. С сыном разговаривала. Ну и с Мариной. Ну, в общем, и все. И вот так вот весь день. Вот. Так что, мои золотые, конечно, я надеюсь только на лучшее. Холодно, однако. Хочу сказать вам, я так разочарована в этой квартире. Пока было, ну, нормальная была температура, было хорошо. Я ходила вот, ну, в такой длинной футболке. Сейчас мы все поодевали носки вязаные, утеплились, и все равно холодно. Холодная квартира. Она еще вот на две стороны, да вот эти балконы, три штуки в каждой комнате, прям холодная. А я еще вот это уже акклиматизировалась в Крыму-то. Я прям замерзаю. А целый день вот сидела около компьютера-то, не двигаясь, прям руки ледяные, Сашка. Я ее взяла за руку, она говорит: «Мам, ты чего?» Ой, кошмар какой, аж прям это поколачивает. Ой, ладно, зайки, пойду, а то я прям околела тут на балконе. Спасибо вам, мои дорогие, спасибо, мои дорогие. Я всегда знаю, что у меня самые лучшие, душевные, все понимающие. Самые лучшие люди. А остальные там всякие эти, да? Пусть идут лесом. Зато вы у меня есть. Ну и как всегда, вот там где-то закат видно. Чуть-чуть небо такое. Я вам всем желаю хорошего вечера, спокойной ночи. Всем вот всего самого хорошего. Всего-всего, мои золотые. И только хорошего, пожалуйста. Вы меня не подводите, ладно? Ну и пока-пока, мои дорогие. Надеюсь, завтра увидимся. Все, целую вас, обнимаю. Пока-пока. Tires.